здесь, возле райотдела, те, кто сутки, днем и ночью искали 9-летнего Андрея. Родственники, соседи, волонтеры. Но больше всех хороших новостей ждет его мама. Ничего не знаю, мне никто ничего не говорит. Чудо происходит. Целым и невредимым Андрея привозят в райотдел. Вы хотя бы маму пустите! Я мама! А эти кадры были сняты незадолго до того, как мальчика нашли. В который раз кинологи с собаками прочесывают весь двор. Волонтеры развешивают объявления, расспрашивают прохожих. Летнего Андрея вчера днем похитили прямо с детской площадки. Дедушка приехал, я отдала в руки Андрея, и дедушка пошел домой. Через минут 20-полчаса он пришел на площадку обратно, дедушка пошел в сельпо и параллельно на базар зашел. Когда Андрей пришел, когда дедушка пришел, Андрея не было уже. Дедушка мне позвонил, спрашивает, где Андрей, я сказала, не знаю, и начала набирать Андрея, он трубку не брал. Сначала просто не брал, потом сбрасывалась, а потом телефон был отключен. Свидетели рассказали волонтерам, видели мальчика, с двора его ухватила неизвестная женщина. Где-то в 2 часа, начало 3-го дня, говорят, какая-то блондинка с хвостиком вела в бордовой куртке, вела мальчика. А здесь весь район, который можно, мы весь обыскали. Вчера то же самое, все дворы искали. Полиции пока всю информацию не разглашают, но подтверждают, похитительница женщина. Сейчас ее допрашивают. Открыто уголовное производство по статье «Похищение ребенка». Сьогодні близько обіду вжитими заходами працівниками кримінальної поліції Малиновського відділу поліції на одному з ринків Одеси дитина була розшукана. Також поруч з дитиною знаходилася жінка. Наразі її особа встановлюється та встановлюються усі обставини, за яких ця жінка опинилася разом з дитиною і весь цей час, який вони перебували разом. Всі подробиці поліції обіцяють розказати в ближайшее время. Анна Городенцева, Владимир Івжич, телеканал «Репортер».